собираемся. Скоро Москва. Постельное белье сдаем. Так, я вам 10 рублей должен. Сейчас я вам принесу. Никто не выходит. Да я только так, подышать. Ой, стоянка поезда 1 минута. Вот и дышите глубже. Тепло-то как. Прям лето совсем. Здравствуйте. Здрасте. Дочка, глянь, какие ромашки у меня. Свеженькие, белые. Ну, прям на тебя похожие. А, видал? Возьми букетик, недорого отдам. Нет. Девушка, это вам. Если вы их не возьмете, я застрелюсь у вас на глазах. Так я не поверила, у вас даже оружия нету. Сдаюсь. Вы меня раскусили. Возьмите. Так, молодые люди, поезд отправляется. Просьба всем отойти от вагона. Девушка, пройдите в вагон. Как тебя звать-то? Оля, спасибо за ромашки. Ты в Москву едешь? Надолго? Я не знаю. Я поступать буду. Беги к окну. Давай вечером в Москве встретимся. В библиотеке имени Ленина. Придешь? Ой, а во сколько? Давай в 7. Угу. В 7 в библиотеке, слышишь? Да. Придешь? В 7. Эй, а как тебя зовут? Коля! А вы верите в любовь с первого взгляда? Нет. Ну-ка, прочти, что тут написано? Что-то мелко, не разберу. Mm-hmm. Это слабительное. Оно мне и надо. Я вот 64 года прожил, и любви никакой не видел. Один как перст прожил. А видел? Хрущева видел? Брежнев видел. А вот ваша любовь, как по телевизору посмотрю, так канал переключаю. Все. Вот потому у него и запоры, и характер длинной. Каблук не сломала. Все нормально? Да точно, ничего, да? Переживу как-нибудь. Прикурить не дадите? Да, конечно. Удачи, красавица. Еще раз загляните. Да ничего. Господи, да неужто я такой же дурындой была год назад?
Ну, здорово, сестренка. Томка, ну, привет. Я так соскучилась. Ну ты, блин. Ты как тут живешь-то? Да зашибись, живу все пучком. А с тобой нам вообще будет море по колено. Так, все, хватай свои сумки. Блин, все, опаздывается. Давай скорее. Ну, что ты там копаешься? Ну, все, хватай свою бандуру, сейчас рысью пойдем. То, мама, куда? Сейчас все узнаешь. Да ты даже думать забудь, дурында. Ну, ты прикололся, чувак. Лапши тебе на уши навешал, а ты уже и рад. Ну зачем ему врать-то? Нет, ну наивная. Да тут все врут. Вот ты на меня посмотри, ты посмотри на меня. И фигура, и мозги. И хоть один бы козел это разглядел, ну хоть один бы мажор это увидел, а? Только меня-то голыми руками не возьмешь. Класс. Я у этой Москвы свой кусок счастья с корнями выделаю. Сядь в углу и молчи, поняла? Да. Так, ну что, как я выгляжу? По-моему, отлично. Ой! Господи, ну что ты за растяпа-то такая, а? Ну, Том. Ну, надо же, а! Том? Чего? А что там? Да реклама конфет каких-то. Между прочим, первый раз вызвали. Так что держи за меня кулаки. Ставь звуки. Иди туда. Давай. Здрасте. Котова Тамара, 90-60-90, размер 42. Ну и? Чего, ну и? Вы же сами звонили. Господи, Котова Тамара, размер 42. Ты у меня сегодня 32-я. Вот текст. Стань вон туда и жди. Сейчас придет режиссер. Не плевать, с кем она спит. Не буду с ней работать, и все. Давай, все, потом. Все, хорошо? Давай, не могу сейчас. Здрасте. Реакция нулевая, внешность агрессивная. Ну где вы таких берете, Анна Сергеевна? По объявлению. Слушайте, я что-то не пойму. Вы тут спецназ тренируете или рекламу снимаете? Паш, иди сюда. Давай работать. Готово все? Давай. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Котова Тамара. Реклама конфет, мечта. Я начинаю. Вы спросите, почему я такая счастливая? Просто я умею мечтать. Это что за порно для бедных? Вообще, откуда к нам свалилась такая ты, пантера в розовом? Ну, я же просил. Маленькую, щупленькую, блондинку. И немного нелепую. Ну, вот как она. А ты вообще кто у нас? А она... она никто. Так, тихо. А она со мной пришла. Ну-ка, встань. Да-да-да-да-да. Вставай. Очки сними. А ну-ка, иди сюда. Угу. Хорошо. Нет. Присядьте, пожалуйста. Она не... Присядьте. Иди сюда. Тебя как зовут? Оля. Оля? А, отлично. Давай сюда очки. Молодец. Слушайте, вообще супер. Русская мели, да? Без очков, просто классно. Так, где текст? Да текст дайте ей уже быстрее! Текст. Все, значит, смотри. Да сядьте. Хорошо. Сейчас читаешь текст, да? Мы сейчас снимем. Хорошо? Посмотрим, на что ты способна.
Хорошо? Давай, все. Так? Давай. Вы спросите, почему я такая счастливая? Стоп, 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 стоп. Цветы! Дайте цветы! Ну быстрее! Цветы! 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 Смотри. Бери цветы. Сейчас сделаем то же самое, только как будто ты разговариваешь с цветами. Пишем. Спросите, почему я такая счастливая? Просто я умею мечтать. Да, есть, есть! Ой, ты моя девочка! Ты моя умница какая хорошая! Все, все, отлично, отлично, есть! Тома! Извините, пожалуйста, я не могу. Найдите, пожалуйста, кого-нибудь другого. Простите, Тома! Оля, Оля, стой! Ой. Томка, Том, ты правда самая-самая красивая. Ну что мне сделать, чтобы ты на меня не сердилась? Том. Так, все, забыли. Мне вообще плевать на этот кастинг. Все равно там все козлы. Я и без них тут, как белка в колесе. И сторож, и продавщица, и рекламный агент, и вообще как заезженная ослица. Томка, а здесь так здорово. Чем-то на наш дом похоже. Чего? Ты вообще в своем уме? Это же центр Москвы. Тут нашей дырой не пахнет. Какая музыка хорошая. Томка, а где тут эта Гнесинка? Ты что думаешь, опять повезет? Да не поступишь ты, даже и не мечтай. Зато вот обломаешься на всю жизнь. Так, все. Мне на работу пора. Пересменок через полчаса, я тут лясы с тобой точу. Том, ты на меня больше не сердишься? Ну и лунатик же ты, Олька. Вот будь я на твоем месте, вот такого шанса ни за что б не упустила. Пропадешь ты тут. Вера Евгеньевна, что-то вы сегодня задержались. Да вот девочке разрешила позаниматься, она поступать будет. 9 час уже, запирать давно пора. Сколько? Мне в 7 надо быть в библиотеке. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Thank you.
уж думал, ты меня продинамил. Ты что, все время так будешь опаздывать? Я думал, все пропало. Чего пропало-то? Ну ты даешь. Озябла? Опа. Держи. А я уж уходить собрался. Вон, до ларька дошел, смотрю, какая-то мелкая подошла. А как ты меня узнал в такой толпе? Да не узнал сначала, в очках. Фу. Слушай, сейчас дождь ливанет. Побежали. Лёх, да не ори ты. Она пришла, понял? Так что бухайте без меня. Это у тебя, тёлка. А у меня небесное создание. Тишина смеется. Завтра утром уезжать, так что спать нам не придется. Как завтра? Нас всего на 2 дня отпустили за особые заслуги перед Родиной. Ты чего? Я же вернусь через год. Год. Ты же меня забудешь через год. Что такое какие-то 2 дня, девчонка? Чего? Ты чего? Так. О, я все понял. Так, ну-ка пойдем. Ну-ка давай, вставай. Пойдем. Молодой человек, но я вам еще раз повторяю, не приму я у вас заявление. Но, честное слово, не могу. Ну что за бред такой? Люди хотят жениться, а вы им не даете. Слушайте, ребят, ну вы прям какие-то уникальные. Это ж не пожар, а регистрация брака. Дело серьезное. Может быть, даже на всю жизнь. Вот не может, а на всю. Ну, тем более. Спешить-то зачем? Заявление за год вперед не подают. Вот вернетесь из армии, тогда и приходите. Да как вы не понимаете? Нам принципиально, чтобы заявление тут у вас лежало. Мы хотим, чтобы... Коль, не надо. Раз нельзя, то и не надо. Какая разница, ну правда, лежит оно или нет? Пойдем, пожалуйста. До свидания, извините. Ничего, до свидания. Спасибо вам большое. Не за что. До свидания. Ну?
Давай. Вот так. Смотри, сколько здесь свидетелей. Теперь ты от меня никуда не денешься. Твоя очередь. Что ж ты? Что ж ты растяпта какая в меня, а? Ну, соберись. Коля, это все правда, да? Мне прям не верится. Поздно не верить. Так и быть. Буду тебя теперь всю жизнь на руках носить. Оп. Тома, ты дома? Ну что? Заходи. Она, наверное, в ночную смену опять. Ты ботинки снимай. Сейчас я сниму. Слушай, давай только долго не рассиживаться. Сейчас чайку попьем и опять гулять. Ага. Я в душ так схожу, ладно? У меня такое ощущение, что я 100 километров прошла. Ноги прям гудят. Никогда еще не видел такие маленькие ноги. Ну-ка. Ого. Гудят как большие. Теперь без тебя буду.
чертовы ключи. Заснули. Угу. Я просто не знаю. Ты понимаешь? Да. Угу. Вот уж от кого-кого, от тебя я такой прийти точно не ожидала. Могла бы хотя бы предупредить. Интересно, что твоя мамочка скажет, а? Том, это вообще не то, что ты думаешь. Угу. Я жду тебя на кухне. И убери тут все. И вообще никогда мою чашку больше не трогай. Веке. Окей. Какой здесь адрес? Моросейка, 15, квартира 8. Хорошо. Не реви. Слышишь, не реви. У тебя тут дел полно. Тебе же еще в училище поступать. Коль, я если не поступлю, я тебя здесь ждать буду, ладно? Ты обязательно поступишь. Ты же молодец у меня. Так, Россия 15, квартира 8. Россия 15, квартира 8. Извини, пожалуйста, прости меня, пожалуйста. Я сейчас все вытру, я тебе сейчас помогу, подожди. Да не надо, спасибо. Ты сама виновата, согласись. Ну как, ты прошла тут? Два балла не хватило. А ты? А я поступила. Да ты не парься, два балла — это ерунда. Ты обязательно поступишь в следующем году. Ну ладно, счастливо. Пока. Да. Да, и скажи еще, что я тебя не предупреждала. Ой, сестренка, чудес-то не бывает. Так что добро пожаловать в реальную жизнь. Вот так. Слушай, ну ладно тебе. Ты лучше скажи, что делать ты теперь собираешься? Я Колю ждать буду. Томка, дай мне ключик от ящика, я пойду посмотрю письма. Так, давай-ка ты лучше сумки на кухню тащи, а я так уж и быть, пойду сама проверю. Хотя, что там проверять-то? И так, по-моему, все понятно. Да, кстати, вот еще что. Если собираешься жить в Москве, то будешь пахать вместе со мной, поняла? Тогда и живи тут, пожалуйста, мне не жалко. Жди своего принца, дурёха. Так.
Вот и вся любовь. Ни ответа, ни привета. Улыбайся давай, ты что спишь? Работай. Не желаете ли конфетку? Не, не надо. Знаешь, я просто уверена, с ним что-то случилось. За 2 месяца ни одного письма. Угу. И она еще удивляется. Да парень получил, что хотел, и все. Чего ему писать-то теперь? Тома. И вообще, если бы я была на твоем месте, я бы в ЗАГСе уже давно бы налогла. И родители баранирок скрутила. И запомни, до свадьбы никакого секса. Томка, может мне к нему поехать? Ты чего, сурела, что ли? Ты уважать себя будешь или нет? И вообще не отвлекай меня. Ой, вот смотри, смотри. Мой ненаглядный идет. Мечта всей жизни. Один кофе, да прикинь, он сюда часто ходит. Сынок банкира не иначе. Как-то мне пару раз улыбнулся. Спасибо. Видела? Вот, представь, он подойдет ко мне когда-нибудь, пригласит куда-нибудь и влюбится. Хотя нет, это нереально. Слишком крупная рыба. Ты посмотри, посмотри, как он одет. За такого бы, да не глядя бы вышла. Привет. Привет. Не желаете ли конфетку? Желаю. Тут, кстати, недалеко неплохое местечко есть. Получше этого. Так что, если есть желание, то можем вечером пообщаться? А, ну, почему бы и нет? Часиков 10 устроит? Прекрасно, прекрасно. Замечательно. Ну что ж, до вечера, киска. Ой, блин. Томка, может тебе не ходить? Ты чё? Мне он что-то совсем не понравился. Да ты чё, совсем сурьела? Не завидуй, а то сейчас сглазишь. Приехали. Ну чего? Выпьем? Будешь? Хотя я на ночь-то обычно не пью, но говорят, кожа от этого портится. А где это мы? Какая разница? Главное, что нам здесь никто не помешает. Ты вкусно пахнешь. Резинка есть? А, жевательная? Сейчас я посмотрю. Да отпусти, да ты что, с ума сошел? Ты что думаешь, его так за чашку кофе с пирожным? Че ты руки распускаешь? Так бы и сказала, что бабки вперед. А ты думал, выпендриваться начнешь? Истеричка. Столько хватит? Да убери ты свои! Иди ты! Отпусти, сказала!
подонок! Я сейчас милицию вызову! Мама! Дура! Дура! У тебя на лбу шалава написано! Дура! Письмо. Все время эти корпуса путают. Наказание-то еще. Что там у вас с почтой творится? Ты что, писем моих не получаешь? В пятый раз тебе отвечаю, у меня все хорошо. Только вот без тебя ужасно скучаю. Честно говоря, мне надоели твои письма. Надо мной и так уже все смеются. Так что больше не пиши. Никогда. И к твоему сведению, я вообще ни в какую любовь не верю.
дома. А, собралась уже? Угу. Ну и что тебя несет за 5 часов до поезда на вокзал? Сейчас бы закончила работу и проводила тебя. Да не надо, я лучше там подожду. Ладно, делай, как знаешь, мне все равно. Да, ты матери моей передай, чтоб не волновалась. Угу. Скажи, у Томки, мол, все зашибись, как сыр в масле. В общем, всем привет горячий передавай. Ключи. Ага, да. Томка, ты думаешь, я слабая? Только не нужна мне теперь эта Москва, понимаешь? Совсем не нужна. Ладно, ты давай иди уже, а то мне работать пора. Да, и надумаешь поступать, так звони. Не надумаю я. Спасибо тебе за все, Томка. Оль, ты прости меня. Может, я в чем виновата, но не твой это город. Дома тебе лучше будет. Откуда она взялась? Голова вроде цела. Яков, срочно вызывай скорую милицию. Вячеслав Михайлович, без паники. Только я прошу вас, без паники. Да оставьте его голову в покое. Удар-то по ребрам пришелся. Да и не удар, так тюкнул чуть-чуть. Господи, цела девчонка, цела. Она от страха в обморок упала. Вячеслав Михайлович, давайте уже быстрее решайте, что сейчас народишко поднабежит милиции, мы до ночи бумаги составлять будем. Ну я же виноват. Вячеслав Михайлович, вы же знаете всю эту бюрократическую дрянь. Короче, быстро берем ее, кладем в машину и перевозим к нам, а там и взятки гладкие. А девчонке только счастье. Куда вы меня привезли? Мне бы ее здоровье. Но таких, Вячеслав Михайлович, не то что пахать, целину осваивать можно. И ничего выписывать не буду. На ночь валерьянки, еще лучше водки грамм 50. Но обморок все же был. И потом сама авария это... Авария? Вот вы пожилого человека
от телевизора оторвали. Это я называю авария. Вот, возьмите вердикт. А угрызение совести оставьте своим клиентам. А вы, девица, питаетесь получше. Вам весу не достает. Спасибо. А, да, сейчас. Ну, пойдемте, я вас провожу. Оля, простите этого старого брюзгу. Терапевт он отличный, но характер... Характер у нас, у стариков, бывает иногда невыносим. Ну, а теперь расскажите, что заставило сброситься под колеса? Лучше бы вы меня задавили. Что? Лучше бы вы меня задавили. Там деньги были все. И одежда самая лучшая. И ноты в чемодане. Ненавижу вашу Москву, как вы только тут живете. Обманываете друг друга и еще воруете. Так же нельзя, нельзя. Ну что ты стоишь, как статуя с фонтана дружбы народов? Я тебя что просил? Я тебя просил выкопать ямку под пионом. Ты что сделал? Ты их выкопал всех, чертовой матери. Разницу-то улавливаешь? Да. Ага. Ну что стоять-то? Давай, копай, сажай, закапывай. Честное слово, я сама не знаю, что со мной. Так навалилось так все, понимаете? Яков. Найди этой девушке работу по дому. У нее сложные обстоятельства. Ну, в общем, трудоустрой все покажи. А я вас оставлю, у меня встреча с клиентом. Яков Семенович вам все объяснит. А мне нужно ехать. Ну что, воробей? Ты же его тут пытала, что ли? Господи, как стыдно. Я, наверное, от испуга все выложила. Вы простите меня, ради бога. Да. Вы только скажите, пожалуйста, как отсюда до города добраться? Погоди, никуда ты отсюда не поедешь. У нас в доме слово хозяина закон. Ты хоть понимаешь, куда ты попал-то? Вячеслав Михайлович крупнейший издатель. Очень большой человек. У него дома все по струнке ходят. Кто это? Настенька наша. Thank you.
кто такая, а? Она испортила мне новое платье. Господи, все поправим. Не трогай! Это что, нашатырь? Нет, это средство для мытья полов. Уйди. Уйди отсюда. Уйди. Уйди. Это кто такая, а? Это наша новая горничная. Откуда она здесь взялась? В чем дело. Мы с хозяином сегодня ехали так, и случайно... хватит, я все поняла. Больше мне ничего объяснять не надо. Может быть, чашечку кофе? Вот хорошо, что тебя взяли. А то на весь домище я да Яков Семенович. Поди успей. Якову-то уж седьмой десяток пошел. Так, а ну-ка давай, за тот край бери. Вот так, и вместе давай. И вот. Хорошо. Ты давай смотри, учись, чтоб все аккуратно было. А то знаешь, как хозяин любит аккуратность-то. Сам аккуратный и от других того же требует. Вот. Так. Вот. Тетя Тань. А это Настина мама? Да. Хозяйка наша. Погибла 5 лет назад в горах. Бедная Настя. Настя после того, как все случилось, 1/2 года вообще ни с кем не разговаривала. Потом стала вот, как сейчас. Хоть бесов выгоняй. Как будто всех ненавидит. Уж хозяин с ней бьется. А она... Ну, может, для Насти лучше будет, если у нее мама появится. Хоть не родная, но все-таки мама. Мама. А! Видела? Вот они, дочки матери. Вылитая Марина. Ну, может, все-таки останешься? Вообще-то завтра собрание акционеров. Конечно, если ты хочешь. Конечно, хочу. Пойдем. Ну, и какой кедрени фени дифтерит? Что ты мне тут мозги пудрить будешь? Чем горло спалил? Соляркой. Подождите, послушайте меня, пожалуйста. Я не просто так. Мне в Москву надо срочно. Чего тебе надо? Так все пишу докладную, и ты меня пулю в штрафную летишь. В Москву ему надо. Да пишите, что хотите. Штрафной хоть куда, мне все равно. У меня невеста пропала, вы понимаете? Она мне 2 месяца уже ничего не пишет. Что я могу отсюда сделать? С ней что-то случилось, вы можете это понять. Прикройте меня только на 3 дня, я туда и обратно смотаюсь. Если не поможете, я тут с катушек съеду. Я жить без нее не могу, вы можете это понять. Если вы мне не поможете, то я за себя не ручаюсь. Оля дома? Слышь, брат, ты, похоже, дверь ошибся. Здесь таких нет.
Погоди, дверь закрывать. Тут девушка жила такая, Ольгой зовут. Невысокого роста, в очках. Чего дверь ты держишь? Тебе говорят, здесь нет таких. Подожди. Пусти его. Ты ведь Коля? Да. Ты что, его знаешь, что ли? Ну да. Слушай, ну извини, брат, я как не хотел. Заходи. Да ладно, заходи, у меня времени мало. Где твоя сестра? А, я не знаю. Она ведь экзамен провалила. Ну, вот и уехала. Здрасте, приехали. Как ты не знаешь? А как же мы будем свадьбе сестру справлять, а? Да. У нас свадьба скоро. Да, она ж мне не родная. Двоюродная. Ну какая разница? Все равно же семья, правда? Да зайди, что встал-то? Ну, вон, погляди. А? А? Красота-то какая, зацени. А то нарисовала, похвастаться тут некому. Высокохудожественно. А ты думал? Сила. Жаль, вон, в Рязань нельзя забрать с собой. Ну ничего. Оригинал всегда при мне, да? Ты хоть что-нибудь о ней знаешь? Да, почти нет. Да мы с ней даже не созваниваемся. Так, от матери кое-что слышала. В богатом доме где-то работает, в Подмосковье. Ну, в общем, хорошо устроилась. Ну почему она мне ничего не написала? Куда она пропала вообще? Коль, я не знаю. Ну, сейчас, да. Подожди. Вот, это твои. Она что, их даже не открыла? Я не могла при нем говорить, ну, при Митьке. Не хотела, чтобы он знал, ну, какая я подлая. Сама не знаю, как тогда я так поступила. Так, подожди. Ну, ничего, Олю ты найдешь. Обязательно найдешь. Вот телефон ее мамы, возьми. Я ничего так, не понимаю, мама, чего телефон... ты говоришь? Как ты поступила? Коля, ты прости меня. Но это я вас разлучила. Подальше, подальше. Ты повернись немножко-то. Во, 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 во. Туда еще. Туда. Настя! Настенька, подожди. Батюшки. Да сунь себе эту змею, знаешь, куда? Настя, ну ты же хотела на день рождения поросенка. Я живого хотела, понятно? Тебе живого, как в том фильме. Малыш, ну зачем тебе живой? Он же подохнет. Смотри, этот лучше. Смотри, как он умеет вещать. Настя! Настенька! Я тебя ненавижу! Ой. Настя! Настя! Открой немедленно! Ты что там делаешь? Оставь меня в покое! Ты все испортил! Ты специально меня доводишь! Малыш, ну открой мне. В совхоз надо ехать. Там хряков разводят. И если повезет, договоримся. Угу. Но это 40 км отсюда. Едем. Здрасте. Здрасте. А здесь вообще будет день рождения или как? Конечно, будет. Раз, на счет три. Два, три! Лиза, лови! Тащите мяч, будем играть в слова. Слушайте правила. Великан! Настя! Ящик! Нынтик! Давай, любое слово на «к».
Это мой день рождения. Я не нытик, понятно? Это вы все придурки. Поросенок, а не собака. Да, но он мой. Понятно? Ну-ка, быстро ко мне. Ты слышала? Он сказал, не хочу. Надо же, какой умный. Он со мной посидеть хочет. А ты смешная. Особенно в этих очках. Знаешь, померить? На. Ой, все расплывается, как в воде. Слав, представляешь? ММББ ввели новое правило. Изменились параметры управления рисками. Слав. Слава. А? Пошли, Ва. Слушай, интересно. Тише. Посиди, я наверх поднимусь. С этой девицей. Слав, она же с улицы. А вдруг она заразная или... Я сделаю вид, что не слышал, что ты сейчас сказала. Я в первый раз за 5 лет вижу свою дочь счастливой. Ты понимаешь, что это для меня значит? Я, конечно, понимаю, я Славочка. Рад. Все в порядке, малыш. Я здесь. Ну, это был просто сон. Включи свет. Не надо. Тогда я рядом с тобой посижу. Хочешь? Я не маленькая. Пап, ты иди.
Я хочу, чтобы Оля здесь побыла. Оль. Хорошо. Конечно. Конечно. Привет. Чего ты? Ты знаешь, когда я была совсем маленькой, я думала, что мой папа, ну, просто улетел из нашего мира и поселился на Луне. Видишь, какие там круглые впадины? Угу. Это кратеры. Мне казалось, что через эти кратеры все, кого нет больше с нами, попадают в прекрасный, сказочный мир. И там мой папа. Ему там очень хорошо и уютно. И когда-нибудь мы с ним обязательно увидимся. Как ты думаешь? Там сейчас есть моя мама. Ты знаешь, я думаю, что все, о чем мы мечтаем, это правда. Оль, сыграй мне, пожалуйста, мамину музыку. Хорошо. А ты засыпай, ладно? Извините, не подскажете издательство, где находится? Вот здесь она, да? Спасибо. Извините, Бегунова Вячеслава Михайловича, как издательство, найти? Второй этаж. На вас пропуск выписан, а то я без пропуска не пущу. Нет, но я по частному вопросу. На нет и сюда нет. Хотя вон, подождите. Вон ваш Бегунов. Прошу. Так. Вот вам на кино.
и на мороженое. Пап, жалко, что ты с нами не можешь. Ну ничего, расскажете, про что фильм. До свидания. Здрасте. Оль, давай пойдем через бульвар. Там такой смешной клоун есть. А? На нашего учителя по математике похож. Правда, правда. Девушка, что это вы мне снитесь каждую ночь? Так, между прочим, свихнуться недолго. Пошли, а вдруг это маньяк? Да как ты вообще могла поверить в это письмо? Оля! Я не писал его. О, ты чего? Дело. Ты хоть видела, что эта ведьма устроила? Сюрприз она для папы готовит. Думает, он на нее женится. А вот тебе накуси, выкуси. Настя, ты опять ругаешься. Перестань обзываться, я тебя 100 раз просила. А ты хоть слышала, как она тебя назвала? Хочешь, скажу? Белобрысая дура. Я сама слышала. Настя, не смей повторять гадости. Ты что? А я терпеть не собираюсь. Она мне такого получит, такого, что мы с тобой лопнем от смеха. Ты что придумала? Ну-ка, говори быстро. Не скажу. Не скажу. Это мой сюрприз. Понятно? Сюда. Давай. Сюда, давай. Сюда. Проверь. Так, ботинки снимите. Извините, пожалуйста, Марина Николаевна. Так что происходит, а? У меня и так нервы на пределе. Дай хотя бы Славе день рождения отдохнуть от тебя.
очень меня обяжешь, если за ужином не появишься. Надо хотя бы так тымить. В семейные праздники к людям не лезть. Куда? Ну что, непонятно, что ли? Не пройдет оно в ту дверь. Сюда, заносите! Черт, на меня давай. Ага. Подумаешь, у меня сегодня свой праздник. Аккуратно, аккуратно. Так, так, так. Ага. Черт, свихнуться можно. Слав, я ужасно волнуюсь. Ну? Ничего не видно? Низги. Сгорают любопытство. Ну тогда вот тебе моя рука и пойдем. А можно мне с вами? Ну, конечно, котенок. И вы, Яков, пойдемте с нами. Слав, я ужасно волнуюсь, потому что это не просто подарок, это символ твоей новой жизни, нашей новой жизни. Ну, ты готов? Абсолютно. Действуй. Так. Внимание. Это что такое? Это твоя дочь. Она все испортила, мерзавка. Как ты назвала ребенка? Слав, я хотела как лучше. Что лучше? Какая к черту новая жизнь? Марина! Моя жизнь в моих вещах. Где мои книги? И что это за гейский будуар? Немедленно верни все на место. Мне здесь так нравится. Хорошо. Я с родителями поговорил. Так что можешь здесь оставаться жить, пока я не вернусь. Нет, Коль, я так не могу. Я уже договорилась с Вячеславом Михайловичем. Как же Настя-то без меня? Слушай. Мы с тобой эту тему даже обсуждать не будем. Можешь к ней мотаться пару раз в неделю. На город минут 40. А ночевать у него ты не останешься. Точка. Я до армии хотел тачку купить. Так что у меня есть кое-какие сбережения. Тебе должно хватить. Я Настю сейчас не могу оставить. Ты же видел, какая она ранимая. А я, значит, бесчувственный, да? Я у себя до дембель должен представлять, как тебе этот Бегунов на джипах катает. Ты что? Ты ревнуешь? Он же старый. И у него невеста есть. Да таких, как он, это не останавливает. Ты откуда ты знаешь, какой он? Он мне помог. Он отнесся ко мне по-доброму. Да он просто замечательный человек. То есть он тебе уже нравится, да? Не говори глупостей. Он, между прочим, до сих пор свою погибшую жену помнит, понятно? Я ему когда ночью играла, он вообще чуть не заплакал. А, ты ему еще и по ночам лобаешь, получается? Я тебе не лобок, чтобы лобать. Ты вообще, что ли, меня не понимаешь?
Значит так. Если я завтра не уеду, меня отправят в штрафбат. Поэтому все решения мы будем принимать сейчас. Я не хочу, чтобы ты у него жила. Я не собираюсь психовать из-за того, что ты спишь с ним под одной крышей. Из-за твоих капризов должен страдать ребенок, так что ли? Значит так, выбирай. Либо я, либо Бегунов. Ну что за детский сад? Ну, Коль, ну перестань, пожалуйста. Я все сказал. Дальше сама решай. Я вам не рассказывал, что собираюсь выпустить энциклопедию классической современной музыки? Нет, Вячеслав Михайлович. Это своего рода мерило престижа. А что такое своего рода мерило? Малыш, это значит очень круто. Книжка будет дорогая и очень красивая. Так что многие влиятельные музыканты будут только рады оказать мне небольшую услугу. Честное слово, мне очень приятно, что вы так обо мне беспокоитесь, но правда, не надо. Завтра последний экзамен, завтра все и решится. Только попробуй не провалиться. Зря, что ли, с тобой занималась? Ну ты даешь. Кто с кем занимался? Пап, а можно я в сенку не буду? Гадость. Нельзя. Такая. Настя, ну-ка быстро. Выйди за стола. Спасибо, Оль. Спасибо, пап. А вам очень идет сердитый вид, Оля. Вам никто об этом не говорил? Оля, можно попросить вас о двух вещах? Да. Передайте мне, пожалуйста, масленку. И выходите за меня замуж. Yes. Я сотрясать воздух не люблю. Но мы и так оба все понимаем. Ведь так?
Вы для нас с Настей стали… В общем, обещайте мне об этом подумать, хорошо? Ты что тут сидишь? Я просыпаюсь, а тебя нет. Да мне не спится что-то. Может, из-за луны. А может, мы с тобой посидите? Давай. А хорошо бы было, ну, если бы вы с папой поженились. Ты бы ведь согласилась? Не знаю. Но почему нельзя так, чтобы все были вместе? Поклянись, что мы никогда не расстанемся. Поклянись. Никогда-никогда. Обещаю. Открой дверь! Дверь открой! Оля! Скорую вызывай! Слышишь меня? Все будет хорошо. Это шок. Просто шок. И все пройдет. Сейчас проедет. Пожалуйста, дайте куртку. Ей холодно. Оля, тебе холодно? Правда, Оля? Оля! Оля! Я же очень тебя люблю. Оля, слышишь меня? Ты слышишь меня? Я не смогу без тебя! Оля, все будет хорошо, правда, ты поверь мне. Только не бойся. Не бойся, я ведь с тобой, Оля. 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 Я вас приглашаю. А куда ты хочешь? Вон туда.
Оля? Пап, оставь ее в покое. Пожалуйста. С тобой все в порядке? Да. А с тобой? Коль, что-то случилось, да? Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты так не сказал. Ты знаешь, ладно?